извозчику мужик подбегает, говорит, мне так на вокзал надо, я горю. Извозчик подумал, подумал, говорит, слушай, у меня лошадка старенькая, на вокзал в гору, с горы не потянет. Мужик говорит, слушай, мне прям вот кровь из носа надо, давай мы погрузимся, и я подтолкну где надо, а где надо придержу, где надо подтолкну, где придержу. Ну, поехали, поехали, едут, мужик всю дорогу подталкивает телегу, придерживает, приезжает на вокзал, он говорит, слушай, извозчику говорит, слушай, я понимаю, тебе надо было заработать, мне нужно было на вокзал, зачем мы брали эту лошадь? Сегодня вечером стрим, 8 часов, приходите каждую среду в 8 часов, не забывайте подписываться и быть счастливыми, удачи, пока!